Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие участники конкурса Golden Time Thailand и все, кто следит за этим международным шикарным конкурсом, как он развивается, какие результаты. Мы оцениваем очередной сезон, вокальный сезон, музыкальный сезон конкурса Golden Time Thailand. За окном уже ночь глубокая. Такая, и вот я только-только закончил как раз с оценкой. Хотелось бы подвести кое-какие итоги и результаты и рассказать о том, кто же понравился мне в этом сезоне. Очень много было талантливых ребят, тоже много работ. Спасибо за то, что вы участвуете. Вот, вы стали немножко смелее, поверили в свои силы, а это прекрасно. Это значит, что перед вами будут открываться новые и новые перспективы, и новые и новые конкурсы будут вам покоряться. Вот. Радует то, что профессиональных работ становится больше и больше и больше и больше. И, честно говоря, даже вот в этот раз удивительным образом я ставил восьмерки, девятки, десятки. Не хотелось ставить, даже и не за что было ставить какие-то ниже баллы. Но в конце концов я даже начал ставить 11. Не знаю, как с этим будут справляться те ребята, которые будут согласовывать наши баллы. Но я, не стесняясь, ставил 11, потому что очень некоторые работы понравились. Я надеюсь, что в дальнейшем будет проведен по итогам этого конкурса прямой эфир, в котором эти работы обязательно наше уважаемое руководство вам предоставит, поставит. Итак, напоминаю, что меня зовут Андрей Щапов, я член жюри конкурса Golden Time Thailand, и мне выпала огромная честь в очередной раз оценивать музыкальные ваши работы. Ну, одну из первых работ, которую я оценил и очень понравилась, это как раз о том, о чем мы говорили в нашем интервью, если вы следите за нашими новостями. Вот, Алиса Пасюк. Я сразу прошу прощения за произношение фамилии. Если кого-то неправильно назову, просто в транслитерации в английской вашей фамилии, возможно, я неправильно могу прочитать, прошу прощения. Алиса Пасюк. Это как раз о том, когда голос, вообще коммерческий проект, это не сколько голос, диапазон голоса и сила голоса, это узнаваемость и тембр. Вот как раз у Алисы очень интересный вокал, интересная работа, все просто со вкусом, но вокал уникальный, имеет тембр, который, скажем, узнается, можно отличить от многих других. Вот. Очень душевненько. Владимир Юлугин. Юлугин. Владимир Юлугин, по-моему, так. Очень душевно, тоже 10 баллов я ему поставил в номинации поп-вокал. Ну, мы еще познакомимся с работой, с работами этих ребят. Я сейчас смотрю, как раз вот совсем-совсем недавно я закончил заполнять конкурсную табличку. Вот. Анастасия Маркиш. Сингер, сонграйтер. Да. Тот, который пишет песни и сам их исполняет. Такая номинация. Прикольно, понравилось, отметил я для себя. Возможно, это будущий сонграйтер, который будет писать для звезд. Кто знает, кто знает. Вот. Итак, ну вот, сейчас я уже к концу списка подхожу, потому что конец списка меня такие порадовал. Очень порадовали пианисты. Вот, оценивать пианистов сложно, потому что, ну, технически понятно можно оценить. Можно оценить, насколько виртуозно человек играет, насколько владеет инструментом. Вот в номинации пианино Даниил Годунов поразил своим исполнением. Да, Даниил Годунов, он две работы прислал. Две работы 11 баллов. Ну, 10, высший балл. Это для меня это 11. Вот. Пианистка Надежда Овчинникова. Вот. Понравилось тоже. Немножко нужно технику подтянуть. Но в основном понравилось, как она вкладывает в инструмент. Да.
Аким Кравченко, струнные инструменты, 11 баллов получил у меня. Вот, обе работы, очень круто. Вообще, ребята, поразили казахи. Вот сейчас вот мы дойдем до казахов. Moil Group, вот такая вот, Instrumental Music Performer. Ну, номинация. Ребята, это надо послушать, вот, насколько живо, насколько красиво ансамбль исполняет вот такую этно, ну, это очень круто, очень круто. Quaggan Ethno Fusion Group, очень понравилась, фольковая музыка такая, ну, живая, ну, классная, я думаю, что ребята далеко пойдут, если помните, два казаха, которые играли на национальных таких инструментах, ну, это не домра, это называется немножко по-другому, сейчас запамятовал как. Они какую высокую оценку даже от правительства Казахстана получили за выигрыш в этом конкурсе. Я думаю, что и у этих ребят, у Mail Group и Quaggan Ethno Fusion Group, есть большие-большие шансы быть замеченными. Вот, я их очень высоко оценил. Молодцы, 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 браво, браво, браво. Вообще, я прошу прощения, может, я кого-то... Тут очень много десяток у меня поставлено, да. Но вот, если, знаете, разговаривать, обсуждать вообще вот каждую работу, есть что сказать, есть что сказать, есть что посоветовать. Как бы, куда расти дальше, как развиваться и так далее, и так далее. Если у вас есть такое желание, ищите меня в соцсети, связывайтесь со мной, если вы хотите получить дельный совет. Если по вопросам сотрудничества, ищите меня в соцсетях, вот, на сайте Golden Time Talent и на страничках в соцсетях этого конкурса есть мои координаты, можно их найти. Вот, обращайтесь, я за любой коллаборейт, мы обязательно подумаем, каким образом с вами посотрудничать, какие точки соприкосновения с вами можно найти. Желаю вам успеха, ребята. Растите, молодцы. Вот вы в очередной раз радуете своим мастерством. Вот, очень много профессиональных работ. И студии трудились, и педагоги трудились, и родители вкладывались в своих деток. Молодцы. Я вас поздравляю с окончанием этого сезона. Ну, победит сильнейший. У нас очень много судей, и эти мнения нужно привести к единому знаменателю, и победит сильнейший. И я желаю вам ни пуха, ни пера и успеха. Успеха, присылайте свои работы, не бойтесь показать себя, не бойтесь показать себя, будьте смелее. Очень много талантливых ребят во всем мире, со всего мира присылают работы, диву даешься, насколько... Люди талантливы. С вами был Андрей Щапов, член жюри конкурса Golden Time Talent. Всегда с вами. Всем привет. И до скорых встреч. Пока. Удачи.